20 августа 2020 года в Анапе мы центральный пляж Акватория. Его сразу здесь показывают туалетики с душевой, массаж, лежачки под навесом здесь дешевле, дешевле там дороже, переодевалки. Еще туалет, место для курения. Но уже время 6 час, и как-то солнышко спряталось, и народ резко уходит. Народа практически нет. Классик Староминский. Это детская площадка. Детский городок Строй-эн-Пломай. Переодевалка для инвалидов. И вот так пляж выглядит. Музончик включили. Давненько не был в Анапе, вот пришел посмотреть, говорят, здесь море попахивает. Ну это я потом посмотрим, скажу. Море. И народец. Вчера видео было, да. Прозрачное море. И здесь посмотрите, что творится в образе. Ванизм, это просто ужасно. Тухлые яйца сероводород. Море просто все провоняло, блядь. А что люди как-то и не купаются отдельные. Вообще стрелять просто растет. Но там больше народу, чуть меньше пахнет. А вот здесь так это вообще понятно. Никто ничего не уберет. Вот сюда надо, блядь, Кондратьевы с мэрами, блядь, что они здесь убирают. Они языком балаболят, губернаторы, блядь, позорище. Урод российский. Миллионы согнали, не могут почистить убрать. Что это такое, блядь, светёк, отдыхающий. Ваниз, я нырнул, блядь, а выпал, бах, это ваниз, и все наедает. Ой, господи, это кому-то надо, посмотрите, ну что это такое? Жалею, правильно, что через видео запах не передаем. Понюхали, что здесь воняет. Вот потом мы пошли туда купаться. Там поплавали, там чуть меньше. Но тоже ванизм, блин. А че, люди там плавают, говорят, с утра пришли, там вообще невозможно было купаться. Вонь стояла, сейчас чуть ветром стянуло. Вот они, наши курорты. Еще говорят, почему там не ездят. И что такое. Анапу они благоустраивают, делают. Гнать этих всех губернаторов, мэров, блин. Сам мэров, блин. Что такое-то? Не могут курорт. Крым они деньги, миллиарды вкладывают. А свое побережье-то? А там Анапа на Сочи, блин. Не могут делать порядок привести. Сезон, 2 месяца хотя бы почистить, последить. Нанимайте еще больше рабочих, чистить, убирали. Ну что-то же можно делать, 21 век, свои технологии, чтобы вообще не воняло здесь так. Такое впечатление, что насрали в море, блин, куча, блин, отдыхающих. Пипец какой-то, вот это позорище, блин. Вонючее Анапское море. Видите, вот такого нет, приезжайте хотя бы в Витязево, настоящее море, или на Джимите туда отъедьте, блин. Но это здесь, как себе, это что такое-то, весь провоняешь, но лучше, блин, не отмоешься. Идиоты, блин. Людей они присадят, сделают они. С коронавирусом они борются. Блять, разберитесь сначала здесь все, блин. Людей. Вот тут заразу нахватают, блин. Не дай бог холера еще будет в море, как в Одессе была в 1970 году. Еще здесь, блин, отравиться, блин. Фу, блядь, позор. Страна, блин. Смотрите, смотрите, это говно. Все выложат, смотрите, как сети будут пристрить.